там прям посмотреть, что творится, там горит весь низ. Эти тревожные столбы дыма недалеко от села Ежовка сотрудники Ковылкинской районной администрации обнаружили во время ежедневного объезда населенных пунктов. Ситуацию мониторят, в том числе с использованием коптера. Аэроинспекция позволяет оперативно осмотреть окрестность размахом на большие территории. Глава Мордовии Артем Сдунов поручил руководителям районов усилить контроль за ситуацией на своих территориях. Поэтому такие проверки на Ковылкинской земле проводятся в обязательном порядке каждый день. Вопрос держит на личном контроле руководитель муниципалитета Игорь Бутяйкин. После звонка в пожарно-спасательные службы ему первым сообщили о надвигающейся беде. Он поспешил немедленно приехать на место. До приезда огнеборцев местные жители с помощью подручных средств удерживали пламя. И слава богу, что все получилось. Сегодня чуть мы деревню потеряли. Чуть не сгорела деревня. Я не знаю, как еще говорить, как обращаться. Протокол у него сейчас оставили, сейчас будут рассматривать. Ну, ситуация повторяется почему-то. Сейчас, я не знаю, какие-то меры в прокуратуру, будем обращаться в прокуратуру и в этой части, чтобы, наверное, вплоть до ответственности уголовной, если это возможно, применять. Локализовать пожар жителям Ежовки помогли сотрудники одной из дорожных компаний. Они ремонтировали участок дороги поблизости от села. На место возгорания прибыли и два пожарных расчета. Именно они полностью потушили огонь. Напоминаем, что с 14 апреля на территории Мордовии действует особый противопожарный режим. Разжигать открытый огонь, сжигать мусор, разводить костры и поджигать траву запрещено. Сжигание мусора в бочках, сжигание мусора в ямах – все запрещено. Даже если при вас имеются первичные средства пожаротушения, вода, огнетушители. Постановление об особом противопожарном режиме полностью запрещает пользоваться открытым огнем. За нарушение правил пожарной безопасности установлена как административная, так и уголовная ответственность. Работу по профилактике и предотвращению пожаров в Ковылкинском районе будут продолжать. По указанию Игоря Бутяйкина уже на протяжении нескольких дней его заместители и руководители сельских поселений мониторят закрепленные за ними участки. Глава района и сам осматривает территории. Именно этот подход и помог предотвратить большой пожар в Ежовке. Ковылкина приехала, да, к администрации. Да. Спасибо большое. Спасибо. Нас не одну пожарную, вторую вызвали. Мы, знаете, как испугались. Спасибо. Прям дрожь не знаем какая, не знаем куда бежать. Это вот хорошо еще днем. А ночью что? Сгорим все и все. Спасибо, спасибо главе нашему Ковылкинского района и сельским главам. Всем большое спасибо. МЧС и все. Юлия Мамаева, Максим Бекеев. Народные новости. Ковылкинский район.